Я осознал важность ходатайства еще будучи молодым человеком. Я получил такой урок, что никогда не забуду его. Однажды, когда я был молодым миссионером в Африке, я посетил одну миссионерскую базу. Был жаркий день, и я сильно захотел пить. Я напился из одного колодца, не зная, что вода в нем была заражена. Очень скоро мне стало плохо. Высокая температура изнуряла меня. День за днем я начал бредить, и в бреду мне привиделось черное одеяло, медленно опускающееся на меня. Я подумал, это смерть. Я умираю. Но вдруг я услышал, как кто-то молится за меня. Это был голос женщины из церкви моего отца. За 8000 километров отсюда, на севере Германии. Она молила Бога, чтобы Он сохранил меня и спас мою жизнь. И в этот миг температура спала. Понемногу я поправился. Я написал отцу: «Пожалуйста, пойди к такой-то женщине и спроси, что было с ней в этот день». Получив ответ, я был потрясен. Женщина сказала, что в тот самый день Святой Дух разбудил ее рано утром и сказал: «Молись за Райнхарда, он в Африке, при смерти». Она молилась на протяжении многих часов, пока, как она сказала, не почувствовала, что пришел прорыв там, в Германии. А у меня в лицо-то спала температура. В тот день я понял, какой силой обладает ходатайственная молитва. Она действует.